Сгибание рук со штангой на скамье Скотта обратным хватом. Упражнение для развития формы и массы предплечий. Оказывает воздействие на бицепсы, плечевидную мышцу, брахиалис и сгибатели пальцев. Выполняется сидя на скамье Скотта. Спина прямая, плечи опущены, ноги уперты в пол. Руки выпрямлены в локтях, захват грифа ладонями от себя. Сгибаем руки в локтевых суставах, максимально напрягая мышцы предплечья, не отрывая локти от скамьи. Это упражнение может выполняться хватом различной ширины. Также можно использовать и Z-грифы.